И вдобавок ко всем этим природным красотам, которыми так щедро наградили наши земли от Альп до острова Пантеллерия, и которые ежегодно привлекают миллионы туристов со всего земного шара, мы должны отдать дань нашим провинциям, мягкому климату, чудесному аромату фруктов, богатству урожая и солнечному настроению всей нашей нации. Такое разнообразие природных и культурных сокровищ под руководством настоящей демократии и с Божьей помощью всегда сможет назвать себя страной солнца, родиной красоты, счастливой землей, благословленной Богом.